Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеша, и это 32-й выпуск информационной программы «Новости Apple». Итак, поехали! Партнер выпуска – сеть магазинов официальной техники Apple iStudio. В настоящее время в стенах Купертино ведется работа над новым апдейтом для iOS-устройств, утверждает источник. iOS 7.1.2 станет техническим обновлением, направленным на устранение ошибок предыдущей версии. Обновление iOS 7.1.1, напомню, включало в себя ряд улучшений, в том числе в области системы безопасности, а также исправление багов. В частности, для iPhone 5s была улучшена надежность работы сканера отпечатков пальцев Touch ID, также устранена ошибка, которая могла влиять на чуткость клавиатуры. В iOS 7.1.2 будут исправлены ошибки в работе почтового приложения и мессенджера iMessage. Данная прошивка находится на тестировании у операторов. Как сообщает GSM Arena, среди набора новых интерфейсов программирования приложений в iOS 8 был обнаружен инструмент Chapter Device. С помощью него разработчики могут создавать фотоприложения с возможностью тонкой настройки параметров камеры, недоступной в предыдущих версиях системы. Речь идет об ISO, скорости затвора, режима фокусировки, балансе белого, компенсации экспозиции и других параметров. Данные опции не будут представлены в стандартном приложении камера, но создатели сторонних решений смогут воспользоваться новыми возможностями iOS 8. В Украине стартуют официальные продажи смартфонов iPhone, сообщает издание Ukrainian iPhone со ссылкой на местного ритейлера. Долгожданное для украинцев событие запланировано на 26 июня 2014 года. В России официальный старт продаж iPhone 5s и iPhone 5c состоялся в октябре прошлого года. В App Store вышла новая версия Chrome для iOS. Теперь популярный мобильный браузер для смартфонов и планшетов Apple официально совместим с устройствами на операционной системе iOS 8. С сегодняшнего дня жители Европы могут приобрести самый доступный Mac по ценам от 40 до 80 долларов ниже, чем раньше. Самая дешевая модель сейчас стоит от 599 до 619 евро в зависимости от региона. Больше всех повезло немцам. В Германии самый доступный Mac Mini продается за 599, самый дорогой в Нидерландах 619 евро. В США стоимость компьютера не изменилась от 599 до 999 долларов. Adobe выпустила мобильную версию фоторедактора Lightroom. В апреле программа предназначена для профессиональных фотографов и любителей и позволяющая быстро импортировать и обрабатывать изображения стала доступна на iPad. Теперь же популярное фотоприложение можно скачать на смартфонах iPhone. Apple снизила цены на телеприставку Apple TV. Если раньше телевизионная приставка стоила в Европе 109 евро, то теперь стать обладателем устройства можно за 99 евро. Упала цена на телеприставку Apple TV и в Великобритании. Здесь гаджет продается за 79 фунтов вместо 99. В России стоимость телеприставки осталась на прежнем уровне – 4490 рублей. Состоялся релиз новой тестовой версии обновления OS X Mavericks 10.9.4. Загрузить сборку могут пользователи и разработчики, располагающие аккаунтом на девелоперском портале Apple. Релиз состоялся через 2 недели после выхода второй бета-версии OS X 10.9.4. Apple выпустила вторую бета-версию операционной системы iOS 8 для разработчиков. Релиз новой тестовой сборки состоялся через 2 недели после выхода iOS 8 бета 1. Скачать вторую бету можно прямо сейчас на сайте разработчиков iOS Dev Center. Также полный обзор есть на канале. Следом за iOS 8 Beta 2 пользователи новейших операционных систем Apple получили доступ к обновлению OS X 10.10 Yosemite Update 1. Сборка появилась на официальном сайте компании и доступна в качестве обновления через Mac App Store. Как заявляет блогер Джуд Проб, технические характеристики нового флагманского смартфона утекли с сайта Apple. Если верить полученной информации, у iPhone 6 будут дисплеи с диагональю 4,7 и 5,5 дюйма и разрешением 1704 на 960 пикселей, сканер отпечатков пальцев Touch ID и более энергоэффективный процессор A8, 10-мегапиксельная камера светодиодной вспышки, а также фронтальным модулем с разрешением 2,1 мегапикселя. Работать новинки будут под управлением недавно анонсированного
анонсированной iOS 8. Габариты 4,7-дюймовой модификации iPhone 6 составят 138 на 67 и на 7 мм. Названы даже цены на устройства. В США за аппарат попросят 199, 299 и $399. За модели с памятью 32, 64 и 128 гигабайт для хранения данных. Речь идет о телефонах с привязкой к сотовому оператору. Обе версии будут продаваться в тех же цветах, что и iPhone 5s – белым, серым и золотистым. А на этом 32-й выпуск информационной программы «Новости Apple» подошел к концу. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео. Всем спасибо за просмотр. Пока!